В то же время в зоне АТО боевики 29 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Потерь среди бойцов ВСУ нет, об этом сообщают в штабе. Кроме этого, сегодня подключили к электроснабжению Донецкую фильтровальную станцию. Она должна обеспечить водой прифронтовую Авдеевку. Все подробности узнаем у Ирины Баглай. Выскакивает танчик 6:40, вот позавчера бил, потом вечером выскакивает, бьет. Уезжает, сразу же его прикрывает их минометная батарея. Выезжают танки из оккупированного Донецка. Их маршрут армейцам хорошо слышен по гулу моторов. Рев как сигнал для них в укрытии. Шумтехники дуже чуть, как они едут прямо с Донецка, с той стороны. Выезжают, а тоді рассредотачиваются. Может постоять сутки, может постоять, а тоді так зненацька стрелять, взять позиции. Этой ночью танки молчали, их сменили минометы наемников. За цементным стоит у них АГС, минометная батарея бьет. Терминалы и поселок у военных в прямой видимости. Периодично видно, что до терминала подъезжает техника грузовая, вантажная, тентована. А постоянно автобус ездит за «Спартаком». Майже регулярно. Но гражданским транспортом давно к дачному поселку уже не подъезжают мирные жители. Их дома теперь огневые позиции боевиков. По моей команде сразу падайте туда. Вот. Не бойтесь, падайте, лучше отмоемся потом. Бачишь склад? Да. Вон хаты, дома, видишь? Дома такие трехэтажные, четырех, вот оттуда агат лупит, понял? Прицельно бьет. Оттуда работает ДШК. Работает одиночными, видно на СОшках стоит, с прицелом. Так что бьет очень точно. Это не сепаратисты, это солдаты. Вот, пожалуйста, посмотрите, чем стреляют по нам наши соседи. Это калибр 12,7 ДШК. Мы стреляем вот, обычный АК-74, 5,45 калибр. С тех пор, как боевики регулярно ведут обстрелы из артиллерии, их штурмовые группы на этом участке фронта – редкость. Но флаг Украины, который 3 месяца назад бойцы 72-й механизированной бригады подняли в нейтральной полосе, по-прежнему не дает покоя врагу. По ночах, когда туман, пытаются снять флаг. Лазят, постоянно две группы заходили, одна с этого, с нас и пошла. Нас не обстреливали сразу, чтобы тихо пройти. А тогда мы просто их заметили, иначе завязался бой. Вопреки обстрелам и атакам, армейцы не подпускают врага ни к сине-желтому стягу, ни на свои позиции. Держимся, не возьмут они нас. Всем женщинам, мамочка, с 8 марта. Всех, с 8 марта. Да, с 8 марта. Слава Украине! Героям слава! Ирина Баглай, Андрей Костюк, Анатолий Воробей. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер.